Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ThinkPad 3 Pro. И сейчас мы разберемся, как настроить дату и время данного устройства. Итак, для начала мы переходим в приложение. Здесь выбираем настройки. Тут мы нажимаем даты и время. После чего можно выключить здесь автоматическую синхронизацию времени, текущая дата и время. Можно их настроить, как нам вот хочется. Enter в конце. Каждый раз, если вы меняете слишком далеко дату, вам гарантированы проблемы с интернетом. Если вы хотите вернуть все как было, автоматическая синхронизация времени вам с этим спустя определенное время поможет. Вот так вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!